Вы слушаете Кибернетик подкаст. Ну что ж, друзья, у нас все хорошо и прекрасно, потому что мы сегодня находимся в клубе «Карамель» с организатором Санией Тимасовой. Что же здесь происходит-то, Сания? У нас сегодня детский конкурс «Юная уфимская красавица». Мы проводим его впервые, но думаю, что этот конкурс будет доброй традицией и будем проводить его каждый год. У нас две возрастные категории от 6 и до 15 лет. Девочки будут соревноваться между собой в умении дефилировать, правильно себя подавать. Будет творческий конкурс. Я думаю, что у девчонок все получится, они молодые, задорные, веселые. Я уже слышу тебя, кричат и зовут на сцену, так что давай вперед, надо работать, да, уже начинать надо, друзья, вы оставайтесь, потому что только начинаем. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами находимся в ресторане клубе «Карамель» на детском конкурсе красоты и творчества «Маленькая уфимская красавица 2014». А организаторами являются модельное агентство «Статус». Как решились отдать дочку в модельный бизнес? Я, в принципе, не отдала в модельный бизнес, но она хотела, и подружки у нее занималась одна подружка, и она ее, в принципе, попросила. Все получается, нравится, главное? Да, очень нравится, очень нравится. Надеюсь, что будет еще больше участниц и будет проводиться каждый год. Расскажите нам, что вы сегодня здесь ожидаете увидеть? Ну, сегодня мы ожидаем увидеть здесь конкурс красоты, творчества. Наши участницы покажут свои самые лучшие таланты, раскроются с разных сторон. А возраст участниц, напомните? От 15 до 10 и от 7 до 10. Совсем ведь юные. У них все получится, как думаете? Обязательно получится. Они очень долго репетировали, трудились и старались. Ну что ж, посмотрим. Сегодня прекраснейшее мероприятие. Выбирают самую-самую красивую красавицу Уфы юного возраста, скажем так. 15 лет, мне кто-то сказал, действительно. До 15. Да, от 6 до 15 лет. Я пришла выбирать себе невестку. Сын-то растет. Невестку? Невестку. Да, для сына, конечно же. А если серьезно, это очередное мероприятие от модельного агентства «Статус», которое проводит ежеквартально уже в последнее время. Молодцы. Поэтому... Это же «Статус», конечно, друзья. Оставайтесь с нами, смотрите проект «Events».